Выпускникам Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза Юрия Гагарина вручили дипломы. В этом году его окончили 1500 парней и девушек. С важным событием виновников торжества поздравил глава округа Владимир Ружицкий. Сегодня, выпускаясь и оцениваясь с одного из лучших техникумов не только области, но и всей России, это факт, потому что здесь традиции, здесь школа, здесь преподавательский состав, я оцениваю, очень мощный. Поэтому вот вы, все это впитав, вы имеете возможность дальше двигаться по жизни. Совершенствуйтесь, помните свой техникум, помните преподавателей. Сегодня вы получите первый диплом о своем профессиональном образовании. Поэтому мне хотелось бы сказать, то слово, которое сказал Юрий Гагарин на старте, поехали. Поехали во взрослую, серьезную жизнь. С выпуском вас! С праздником, дорогие выпускники! Егор Кружавицкий окончил техникум с красным дипломом. Впереди его ждет служба в армии, а дальше продолжение учебы в высшем учебном заведении. О гагаринском техникуме выпускник говорит с теплотой. После окончания школы Егор точно знал, поступать будет только сюда. Хорошие рейтинги у него. Ну и у меня много друзей здесь училось. И очень положительно отзывались. Техникум дал, конечно, очень много знаний, но в первую очередь еще и жизненный опыт. Общение с людьми, с разными. Я также принимал участие в очень многих мероприятиях. Не сомневалась в выборе техникума и Валентина Шагаева. Готовить любит с детства, поэтому специальность технология продукции общественного питания выбрала сразу. Я проходила практику, за счет этого я научилась очень вкусно готовить, как минимум. Управление производством, психологию лучше людей начала изучать. Здесь учат не только предметам, которые у нас есть, и специальности, но еще и жизни. Александр Божьев выбрал одну из самых трудных, но интересных специальностей – производство и обслуживание летательных аппаратов. Практику проходил на предприятии «Хеливерт» в Томилине. Перспективного выпускника уже пригласили туда работать. Это был вообще незабываемый опыт. Мы познакомились со сборкой вертолета. Столько новых знакомств, всяких теоретических знаний было приобретено очень много. Правда, на самом деле очень интересно. В этом году Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза летчика-космонавта Юрия Гагарина окончили 500 человек. 81 из них получили красные дипломы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.